Чувствуете? Это запах модов. Здорово всем, с вами Хилл Хёртс, ну и как вы могли догадаться, это Синдерс, версия 1.9.1. Как вы знаете, когда-то давным-давно мы с вами играли вроде бы в версию 1.46. С того времени воды много утекло, много лет прошло. Вот. Да. Как вы можете догадаться, я человек, который очень ответственно подходит к записи роликов о всяких модах. И вот я, получается, 2 минуты уже поиграл в этот мод, чтобы посмотреть, работает ли он. Да, он работает. Вот, давайте нового персонажа начнем. И, скорее всего, мы снова на русском пишемся. Ну, давайте это будет 789, я не знаю, почему нет. Так, гендер, он у нас будет окей. Age young, нормально, молоденький. Насчет классов, здесь их достаточно много, я уже за кадром пробежал. И, честно, я бы хотел, знаете кого... Вот есть Браулер, но Браулер это Браулер Стар вроде бы. Браулер Старс, какая-то странная игра, не готов. Я хочу за Ауткастера. Почему? Потому что у него какие-то, вот смотрите, заклинания клевые. И еще я начал за Самонера, но я не понял, как колдовать. И я сдался, простите. Так что я буду за Ауткастера. Начальный мастер Кильки, Койлиц Ворд, не знаю. Янг Вайт. Это, короче, я не знаю, что такое. Души какие-то, фаербомбы, какие-то камни хила. Вода охотника, роги. Ничего себе, сколько тут. И мать моя! Так далеко я не смотрел меню. Мама родная, что творится? Давайте, наверное, мастер-ки, чтобы все открывать. Ну и, в общем-то, finalize creation. Поехали. Простите, я очень хочу спать, у меня 0.47, я что-то вырубаюсь, но не записать Dark Souls я просто не могу. Угу. Так, у нас есть что? У нас есть... Black Fireball. У нас есть Black Fire Scatter. Ого, бабахает нормально, надо потише сделать. Так, у нас есть регенерация маны. Это я смотрел уже. У нас есть щит, который может парировать. У нас есть какой-то кнут. Так, Серега, запрягай, поехали. Вот эта штука, непонятно, что она дает. Давай смотреть. Undead Treasure Rich Focusing Crystal. Короче, кристалл для фокусов. Восполняет 100 фп. Но рендерит... Короче, я так понимаю, мне надо сесть будет на жопу, я уже нажимал эту кнопку. И чем дольше я буду сидеть... Ну, знаете, как в Lineage 2 раньше надо было посидеть, чтобы мана восстановилась. Полагаю, это оно. Давай проверим ради интереса, чтобы не быть голословным. Сейчас я все управления кнопки потеряю, поперепутаю. Угу. Ну и поехали. Оп, присел такой на попу. Да, великолепно. Это тупо регенерация маны. Ну все, поехали. Ладос готов побеждать. Посмотрим, получится ли у него. Почему проходим мод Синдерс? Потому что многие о нем очень хорошо отзываются. И чтобы потом нам было с чем сравнивать, знаете ли. Это летчик Ас, я его побеждал уже. Было несложно. Но он, походу, мастерски владеет воротами. И у меня много проблем с ним не будет, к счастью. Здесь у нас уголь. И здесь, короче, древо гигантов из, получается, Dark Souls 2. Если подойти и поговорить с этой деревяшкой, то мы можем начать НГ+, прям сразу, но мы не готовы. Хотя, возможно, готовы, наверное, не готовы. Или вы хотите? Не, давайте я настолько не буду. Если вы, конечно, хотите, собирайте 500 луга. Не буду этим заниматься, камон. Просто в Ковенанте Чемпионов пойдем, потому что вроде бы в нем будут новые противники спавниться. Сюда мы подходим, и здесь появляется Ковенант. Вот, Ковенант Чемпионов. О, смотрите, пилигримы тьмы. Что есть тьма? Перхепс, фрагмент from enemies. Abyssal фрагменты будут падать. Хорошо, ну у нас будут... Да, увеличивает силу и толщину врагов на 30%. Увеличивает поглощение душ на 10%, когда носится. Ну вроде бы новые противники должны появляться. Поправьте меня, если я не прав. Если что, всех с Рождеством. Счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо, а плохо не было. Вот, как-то так. Как говорится, хорошего побольше, плохого поменьше. Все, как мы любим. Это... Я не понял. А куда такой урон мне прилетел? Обожжите. Неужели Ковенант Чемпионов настолько... настолько трепет мой Анусай прямо с начала игры. Я на самом деле не хочу, чтобы мой Анусай горел. Я как бы, знаете ли... Не, ну попробуем сейчас. Эта фигня какой-то еще дебаф накладывает, что ли?
Непонятно. Превьюшку будем делать или нет? Не знаю, есть у меня какой-нибудь жест красивый? Еще бы знать, как анимации здесь использовать. Да что ж такое? Посмотрим, что из этого получится. Лол, подождите. А я не понял, мана перестала регенерироваться самостоятельно? Да, слушайте, мана не регенится, но очень медленно. Вот здесь регенерация маны на адекватной скорости. Она не супер ультимативная и не супер быстрая. В смысле, наоборот. Но я думаю, вы поняли. Господи, дайте Владу потупить. Собака думает, что она самая мощная в этой игре. Но самый мощный в этой игре Мидир. Братан, да ну брось. Опа, мне... Авестоун. Камень, короче, охрененности дали. Я не знаю, как это правильно читать, простите меня, пожалуйста. Я очень плох в английском. Да и в русском я тоже не мастак, знаете ли. Но пытаюсь. Опа, собака. Ах ты, Бобик, да ну нахрен, куда же они так дамажат? В ней две стрелы. Даже три стрелы, одна поломанная. И эта собака явно знает больше, чем я. Может, ну его нафиг, этот ковенант чемпионов. Реликвия невероятности, об этом не писал, по-моему. Кто-то в комментариях, по-моему, да. Блин, это будет сложнее, чем я думал, намного. Надо попробовать осторожнее играть. Так, давайте увеличим максимальное количество нашего ХП. Что эти штуки дают? Давайте. Меня упрекали в прошлом моде то, что я ни хрена не смотрю, что как делать правильно. Давайте будем смотреть все новые предметы. Сейчас я вспомню управление. Так, offer to Domna Zena. Короче, можно... Ага, South Valen Various, Convisional Stones. Да, это расходники, которые можно менять потом у кого-то на что-то. Хорошо, понятно. Понятно, что непонятно, но сделаю вид, что понятно. Типа я разбираюсь. Я, как говорится, у мамы умный мальчик. Собака, да ну брось. Сегодня не твой день, Бобик. Хозяин не пойдет с тобой гулять. Давайте, может быть, костер активируем? А потом пойдем на эту ящерицу позорную. И если там, конечно, будет вообще костер, то знаете ли эти ваши модификации. Даже Гаватари мод Синдерс нравился, это о чем-то договорит. Наверное, первым делом буду бустить ХП. Знаете, чем больше ХП, тем меньше проблем нашего главного персонажа. Ну и, наверное, первым делом надо будет купить ему какую-нибудь обувь, потому что голым ходить по... Ну, как бы холодно, холодно. Зима все-таки на улице. Так, нельзя урон получать, Владос, нельзя. Я тупо забегу. Откуда еще собака пришла? Собака, иди в пень. Можно я буду через текстуры драться? Опа. Собака, это была Алиса из Зазеркалья, а это собака из Затекстурья. Ну, туда тебе и дорога, Бобик, на самом деле. По-моему, раньше был мультик «Все псы попадают в рай». Вот ты смотри, прибежала. А плохие песики попадают за текстуры. Вот так, иди в пень, собака. Она живая, она упала от падения, погибла. Ну, бывает, высоко собака. Нужно смотреть под ноги, когда прыгаешь куда-то там. Так, сейчас будет еще веселее. Сейчас у нас будет... Знаете, что я хочу сделать? Я хочу вот эту штуку убрать нахрен. Сюда я хочу поставить вот этот камень. А отсюда вот этот камень убрать. Отлично, он убрался. Хорошо. Так, ну шо, ящерица. Покажи, что ты можешь. Я думаю, мы ее одолеем, если я не проиграю. А если я проиграю, то я не победю. Так, надо бы поднапрячься. Прыжочек, хорошо. Люблю колдовать, знаете ли. Я думаю, она не достанет. Великолепно. Титанитовая чешуя большая. Интересно, поменяли ли Гундира? Или не поменяли? Вот в чем вопрос. Да, здесь действительно можно отыграть мага. Кстати, мне дают шмот какой-нибудь бонус? Boost Curse Resist, да. Dexterity. Я, наверное, Dexterity хочу на самом деле больше. А по статам что лучше? Эх, я хочу быть в обносках ходить. Я думаю, у нас получится что-нибудь. Ну или нет, тут уж как повезет. Вроде бы новых противников я пока не вижу. Возможно, старые противники из-за Ковенанта Чемпионов стали более злыми и жесткими.
Знаете, люблю, когда лук цель не работает. Прям чувствую, что интереснее становится играть. Может, просто буду рукой их бить? Да, слушайте, это гораздо эффективнее. Это гораздо дольше, но эффективнее. Братан, ты видел мой хук с правой? Ё-моё. А я видел его хук с мяча. Чё он так больно бьет-то? На Гундира у нас не будет права на ошибку. На Гундире. Тут этого вроде бы не лежало. Угу. Я думаю, долетит. Перефразирую, я хотел верить, что долетит. А до этого же они какие-то какой-то дамаг получали. Братан, обожжи. Хорошо, ну и подружку твою тоже давай заберем. Да я же увернулся, черт, сутулый мать твою. Слушайте, а душа мне дает какую-нибудь химку? Нет. Это, видимо, я с другим модом на Dark Souls 1 путаю. Ох, уже это миллиардное количество модов в голове. А тут как будто какой-то яд их бьет. Ты смотри, что творится. Больно в ноге, Влад, осторожно. Life Gem, хорошо. И это, кстати, то, что поможет нам победить главного Гундира, этого чемпиона. Здесь вроде бы в оригинале какая-то другая хрень лежит, вроде бы огненные фаербомбы. Так, пойдем забираем тот небольшой ништяк, если все получится. И Black Fireball'ами попробуем победить этого Гундира. А если у меня огненных бомб, у меня нет, к сожалению, не завезли. Так, здесь был осколок титанита. Тут он и остался. Хорошо. Думаю, мы готовы сразиться с боссом первым. Да твою-то мать. Братан, у меня не так много хп, чтобы так эффективно его неэффективно расходовать. Да, с хп боруда. Но ничего. Настоящему чемпиону хватит и этого, думаю я. Так, брат Гундир сразу быкует. Это, кстати, нехорошо. О, он сразу осквернен и сразу в черта превратился. Ну, тупо петушило, короче. Гундир петушило. Я так, я всегда знал то, что он черт сутулый. Блин, офигеть. Челлендж прямо с начала игры. Что-то мне подсказывает, что если я бы взял какого-нибудь жесткого атакующего персонажа, мне кажется, я бы смог нормально разваливать кабинеты прямо с начала игры. Но, к сожалению, я взял какого-то полуспособного мага. Так что придется страдать. Я, понимаете, даже полечиться-то толком не успел. Настолько все быстро произошло. Может, вторым заклинанием будет эффективнее бахать? Блин, ну шансов-то мало на самом деле. Я вообще не помню, как с ним драться. Еще эти какие-то волны. Мать моя. Гундир, ты что, Гундир, что ли, совсем? Уй, мама родная, нихера себе. Хорошо, встречный вопрос, как с таким количеством хп что-то делать? Я, конечно, попробую, но я вообще ничего не обещаю. Не, ну вы видели, что творится? Я, конечно, могу Ковенант чемпионов снять. Тогда мне явно всяко будет попроще, но это уже будет совсем не той Game Experience. Я, знаете ли, сторонник, чтобы Game Experience был что надо. Души, я так чувствую, я уже профукал. Так, делаем по стратке. Первый фейербол пошел. Ждем эту хренотень. Он сейчас будет прыгать. А я такой, черт, сутулый уворотчик. Давай нам бабахаем. Ну, мало урона, мало. Нужно больше дамага. Дамаг, к сожалению, в сделку, походу, не входил. Кастую. Ах ты дрянь. Что этот сутулый гундираст себе позволяет? Да ты дрянь, ты просто нечестно он играет. Не, да что за говнище? Ладно. Вы думаете меня так просто сломить? Я видел на арене с боссом какой-то ништяк. Я как бы играл в игры от Фромов. И я помню, что Йорма, повелителя чего-то там, нужно, короче, валить специальной пухой, которая лежит у него на локации. Может быть, и этого босса надо валить специальной пухой, которая лежит у него на локации. Давайте попробуем. По красоте сейчас все провернуть это. Падла заживала мои души, мать его. Поехали. Так. И.
Нет, это просто уголь. Ну, в принципе, нормально. Живем. Главное, чтобы ауехой не задело. Мне кажется, надо у него под гусном держаться немножко. Это будет хорошим решением проблемы. Он меня бьет. Дядя, ну что ты делаешь? Да подождите. Мы нормально общались. Нормально делать? Да ты смотри, как... Он сейчас меня не надамажил. Господи, это что за гундир, мать его? Что ты за существо? Камон, это первый босс. Просто ради интереса, насколько я буду более живучий с этим. Ну это прям, это реально грязно. Подождите, но это не должно так быть. Если что, вы меня, конечно, можете какашками закидать при этом. Но я хочу проверить, неужели настолько много дамага я должен ловить? А, не, слушайте. Намного меньше они в плане хп стали. Я вот смотрю и понимаю, что этот гундир очень хорош в плане секса. Он знает, что, куда и как надо. Не могу сказать, что мне нравится его подход, но он явно шарит побольше моего. Ну, попробую так хотя бы, может так получится. Ну, да, хотя бы я впитываю хотя бы шота, а не два удара. Такой баланс я тоже не приемлю, сорян, конечно. Но зато это босс, и он реально дерет. Дерет и душит. Да ты смотри, какое подло. Просто душит меня. Совсем не люблю. Я просто его всегда закидывал чем-то. И как бы... Я с гундиром никогда нормально не сражался. Блин, а почему какой-то эффект яда был на рядовых противников? Ну, как я и сказал, я просто сонный, поэтому у меня проблема. Не потому, что я криворукий изначально. Ах ты дрянь, всегда забываю его об этой атаке. Атака петуха. Петушиная атака. Знаменитейшая. Он обычно рукой бьет, но в этот раз не ударил. Пес. Дрянь сутулая, что ж ты делаешь? Профурсетка, лебяжья, ты не должен был бить рукой. Я найду тебя. Я знаю, где ты живешь, падла. Бей его. Нет. Летун космический. Звук как будто лагает периодически. Мне это не очень нравится. Я не знаю, как это пофиксить, лошара Владос. Ты шо, соберись, тряпка. Да мы его уделаем. Да я таких гундиров по два раза на дню насилую. А потом гундир меня... Ну нет, лошара, я лох, просто я лох. Лох. Слабак проиграл. Все, вторая, думаю, победная будет. Ну, честно скажу, давно не было такого, чтобы начальный босс меня насиловал. Не могу сказать, что это прям сложно, но забыл я. Третий Dark Souls, забыл. Только что в него играл, но там было легко. Там у меня регенерация пассивная, активная. Легко было. А это что-то нет, что-то вот нахрапом не получается, знаете, его победить. Сейчас буду, конечно, потеть, дальше пыхтеть. Не люблю сильно много пыхтеть, но иногда приходится. Души где-то слева должны были быть, но оказались хер знает где. Получится, интересно, быкануть лишний раз. Нормально, ничего. Дядя, а ты не в ту сторону воюешь. Странно, что с того, что с этого одинаковый урон. Не достал петушок. Достал петушок. Блин, брат, да дай это хотя бы душу зарестори-то. Ну, как понять, будет он бить или не будет бить? Что за петух этот гундир? Гундир просто старый, петушарный. С гнильцой, с плесень, короче. Давно его не проветривали, этого гундира вашего? Вот он и заплесневел. Что-то есть у меня предположение. Надо либо класс менять. Я, конечно, видос выпущу. В любом случае, класс пока не буду менять. Но есть у меня предположение, что если поменять класс, проблем не будет вообще. Какого-нибудь воина бравого взять с дубинкой прям побольше. Может, а пока что это выглядит душным. Не долетит, наверное. Ну, я снова сейчас получу лапы по лицу. Так, доджим. Он не бьет рукой. Хорошо. Сейчас будет бить. Ага, найс. Я просто отбегу, и он не будет бить рукой. Хорошо. Да как ты достал своей рукой, грязный? Так, сейчас он будет бить. Могу спокойно. Хорошо. Тоже могу.
Немножко пожадничать, еще могу сейчас прыгнуть, наверное, как черт. Будет рукой бить? Непонятно. Не стал бить рукой. Ах, обманул меня, переиграл. Вот рукой хотя бы не бил, спасибо и на том. Да ты не достанешь. Так, та атака. Как же бесит меня эта атака. И вторая вот эта сцена его рукой атака. Да что ж ты, да что ж ты за мудень-то такой, лебяжий? Ты накастовал свой... Пердак горит, короче, этот гундир просто идет нахрен. Я уже его читаю, как книжку, которую я 2 года не сдавал в библиотеку, но тем не менее, чего-то не хватает. Все хорошо, но шишечка горит. У меня никогда не было проблем в Dark Souls. Ну ты шо, Влад, соберись. Ты же какой-то гундир. Ты таких гундиров по 10 на дню насилуешь. А сейчас насилуют тебя. Ну-ка, надо перестать. Ныть и победить его. Да иди в жопу. Блин, от чего зависит? Будет он бить рукой или не будет? Объясните мне. Либо я дебил, либо я не дебил. Скорее всего, я дебил. Ну что ты... Ну жадный Влад. Вот сейчас он не ударил рукой, хотя должен был. Кастуй. Кастуй, баба, кастуй, дед. Не достанешь. А лапки короткие, пес. Лапки короткие, да и сам ты псина. Зажат Влад в угол. Зажатый Влад опаснее вдвойне. Кидай свои фаерболы, блин, говна. Кидай, говно его закидывай. На тебе. По лицу, падла дрянь. Будешь рукой бить? Будешь, но не достанешь. Да ну попустись. Ну вот эта атака, конечно, я опять обосрался, как всегда. На тебе в жопу, гундир старый. Блин, у меня мана кончилась. Надо его подпустить к себе. И дать вот так, на тебе в жопу. Могу колдануть? Могу. Колдану. А, дядя, дай полечиться, это пес сутулый старый, дай полечиться. Не могу колдовать. Буду бить рукой, я Рокки смотрел, псина. Не знаю, как он не попал, он должен был попасть. Я воспользуюсь его оплошностью и изнасилую его своей правой рукой. Блин, это было душно. Душа измененного, карабченного гундира. Теперь у меня в инвентаре. Вот такое у нее описание. Я, к сожалению, на русском языке говорю, поэтому описание прочитать полноценно не могу. Я глупый. Я как бы не стесняюсь этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего там было? Reinforce weapon, infuse weapon, repair weapon, forge item. Можно что, крафтить? Просто так, за души? Ну, это определенно стоит того. Так, я, наверное, парочку костей себе сразу сделаю. Sacrifice item. Не знаю, что это дает. Если кто-то знает, напишите. Вы по-любому все знаете. Вы сейчас мне скажете. Вот это ты лох, типа, играть не умеешь. Лошара, удали Dark Souls, удали свои руки. Нет, я говорю, играю как могу. Так что простите. Так, у этого я все забрал? Блин, было больше душ. Куда души делись? Алло, я не понял. Мне показалось, или меня налюбили немножко? Налюбили на 4000 душ где-то. Опа, здорово. А щит тебе не велик, дружище? Так, давайте ковенант вернем. Ну, блин, жестко, конечно. Ковенант чемпионов мне не понравился. А если так? Какая разница? Может, он упадет? Нет, он не хочет падать. Он, знаете, уверенно стоит на ногах. Красивое заклинание. Весь экран. Прям на, как Криса ТХ. Тупо салют ему на голову скинул. С-панч ему устроил. Да ну брось, брат, ты не попадешь. Даже не пробуй. East West Shield. Щит, который не может определиться. East или West. East West.
East or West home is best. У нас учили английского в моей первой школе, в моей второй школе. Любил такими скороговорочками нас учить языку. Мы, конечно, плохо учили. Поэтому я так знаю английский. Блин, ну сколько у них урона. Просто посмотри. Не, дядя, не стреляй. У тебя урона, наверное, как у меня и у моего друга Сереги. Очень дохрена. И теперь правый панч. А кто ему Эстусу дал? Алло, вы шо? Только избранная нежить может Эстусом лечиться. Вы, наверное, не поняли, ребята. Так у нас не принято. На всякий случай осуждаю этих говнюков. А можно было бы сходить, конечно, костер активировать. Но кто я такой, что откажу себе? Что откажу себе? Во встрече с Асом. Блин, подружка согрелась. Теперь сразу бы понять, есть у нас шансы против этого убийцы или его тут нет. Вообще, очевидно, он в начале был. Тут открыто, серьезно. Опа. Что-то, по-моему, там закрыто. Не пускает, невидимая стена. Да понятное дело, никакой невидимой стены нет, но вы видели, кто там стоит. И я не готов растягивать свое седалищное отверстие больше, чем этого позволяет физиология. Так что потом, попозже. Нужно, знаете ли, окрепнуть, набраться сил. И потом уже мы расскажем этому черному рыцарю, что он немножко здесь не по адресу стоит. Сейчас я ништяки соберем по традиции. Что такое Rock Water? Я уже такое второй раз вижу. Restore minimum amount HP, FP. Короче, пассивная регенерация HP и маны. Выглядит неплохо, выглядит зачетно, выглядит all right. Блин, углей наваляли, конечно, мне накидали. Собака, да ну брось, Бобик, оно того не стоит. Давай, на. Хорошо. Минус Бобик. Надеюсь, нас не скинут. Red Eye Ring. Increase the persistence for 50%. Чего? Persistence of fire. Persistence. Чё-то, короче, когда меня преследуют, меня не преследуют. Короче, как-то так. Не, я плохо в английском, я не знаю, что это значит, честно. Я вам прям правду скажу, говорю, я не могу перевести, простите. Я глуп и не могу. А, глаза у меня красные стали. Что-то это значит определенно. О, нифига себе. Он теперь... Слушайте, так это реально фишка как в The Convergence, то есть мне ему нужно преподносить вот эти ништяки, и я могу выменивать штуки. О, найс. Я могу драконом стать. Чё я могу? Learn что-то там. Интересная схема, интересная. Да иди в пень. Зажигаем bonfire. Да, держи в курсе. Давайте что-нибудь проточим. Я хочу хп себе. Без хп жизнь найти не та. Сюда. Farewell, счастья, здоровья тебе. Позвони потом. Где живешь, знаю. Здесь, наверное, до хрена будет нового. Новых предметов. Ну-ка, давай. Транспос. Вот это я знаю. Вот это всегда тут было дохренище всего. С этим мы будем постепенно разбираться. Какое-то молодильное яблоко. Випон беспойщен. Короче, мисс Confusion Aura, мисс Harma. Господи, сколько тут? Что надо? Соло за Corrupted Gundyr. Я, кстати, это могу скрафтить. Чего? Reduce Stamina Cost. With Randomly Explodes and Dead. Reduce Max HP. Randomly Deflect Spells. Блин, прикольно, ладно, надо душ будет накопить. Накормить. Чё? Тут есть кооп? Так. Versus Battle, тут рэп читать надо, не понял. Короче... Не буду валять дурака. У меня на пиратке стоит, понятное дело. Объясните мне, пожалуйста, это реально, типа, кооперативная штука? Мне как бы говорили об этом, но я не поверил, как всегда. Так, Form of Covenant. Да что ж такое? У нас есть вот... Enable the collection Dragonize Form Animus. Да, я понял. Increase Stamina Drain Deal to Enemies by 25.
Increase all defense resistance by 5. Прикольно, то есть, как и в Convergence, мы имеем всякие расходники, надеваемых, и после этого можем выбивать с противников рандомно вещи, которые потом можно выменивать у глав ковенантов. Окей, ладно, смотрим дальше, что тут есть. Еще на крышу потом пойдем. Блин, сколько же у него всего. Купить у него также можно, вроде бы старый у него. Старый, ну как этот. Викпан чего? А, это просто описание, окей. Так вот, старый у него предложение по торговле. Уголь. Титанитовый осколок. А нафига столько угля раскидали в храме огня? Ты, видимо, для дамага. Если я верно понимаю. Ну, для проверки дамага. Там, полагаю, тоже никого не будет. Ладно. О, нифига себе. Ой-ой. Это что такое? Pride comes before the fall. Enemies deal more damage in all forms. Boost souls. Короче, здесь можно, видимо, что-то получить за что-то. То есть враги будут что-то делать. Например, наносить больше урона, а я с них больше душ буду получать. Понял, это такое тоже было. И еще вот с этими надо поговорить. Ты тоже кто-то такой? Это же из старого Dark Souls, за картинами прятались. Reinforce Focusing Crystal. Reinforce Crystal, yes. Что такое? Без понятия. No Reef Crystal. Нельзя. Purchase Items. Он тоже продает. Но очень дорого продает. А, Limited Use. Ничего. Серьезно? Найс, братан. Мы с тобой still is a bit stiff. I'm afraid I'm Grudor. Sorker Swords, bring me resonance crystal, provide goods. Короче, надо ему принести, он говорит, я тебе принесу хорошего в ответ. Хорошо. Это мы учтем. Purchase items, примерно то же самое, что у нее было. Угу, ладно. Продать можно, learn gestures, можно жест выучить. Ну и поговорить, ладно. Я сюда не разговаривать пришел, а души тратить. Блин, столько всего нового. Выглядит незаконным. С другой стороны храма огня ничего пока. Ящер, ящерица, клондайк, ящеры. Ящериный клондайк, короче. Сейчас мы туда сходим. Здесь у нас ничего нет. Наверх тоже можно было бы пройти, но нельзя. Чего-чего? Пуха новая. Так, физикал, ббббб статы. Эффект эхо сдил фаллен эмэсловый коллиз. Короче, что-то какой-то баг, походу, будет с текстурами у меня. Типа Тонитруса, что ли? Лол, это половник. Кек. Воин с половником. Не знаю, давайте на превьюшку так пойдем. Возможно, я не забуду поставить именно такую превью. Подождите, есть предположение, что мне не нужно с дерева прыгать. Я просто хотел показать, что я умею. О, здорово. Так, ты темные искусства умеешь. Well, you are rare visitor. Ты редкий посетитель. Welcome to Cemetery of Ash. Здорово, пепельный, говорит. Ну, ничего нового ты мне не сказал, брат. Так я и наверх могу поехать зачем-то. Очень сильно переделали храм огня. Прямо очень сильно. Нет, нет, я уже испугался. У меня уже очко сжалось. Я его обратно разжал. Блин, у половника, конечно, скейлы. Мое почтение. Жалко, что он не настолько дамагов, как в другом моде, который мы недавно пробовали. Так, забытый ключ. Забытый ключ, конечно, нам пригодится. Я, конечно, без понятия зачем, но, как говорится, лучше пусть будет, чем не пусть будет. Сейчас мы пойдем куда-нибудь. Что-нибудь интересное сделаем. Что этот баф дает? По-моему, он какой-то буст силы дает. Проверять я, конечно же, не буду. Нас, к счастью, никто не закрыл. Опа, раньше тебя тут не было. Frying pan. Сковородка. Ну блин, я тупо cooking stream можно делать теперь. А так себе стамина. О, ну давай сюда, я две руки могу взять. Тупо, блин, гэнгста с поварешкой. Ля какой. Опа. Кек.
Бум. Забавно. Давайте вот так, с поварёшкой, типа. Ля какой, воин. Воин опасный, шо пипец, вот так. О, на превью пойдет. Блин, а что с графикой-то стало? Ее кто-то удалил, по-моему, из игры. Ну и теперь просто, чтобы не быть голословным, делаем со второго раза запрыг. С первого тупо обманул всех. Вот я, конечно, обманщик. Физиделик эликсир. Без понятия, что это такое. Предполагаю, я это у Ваймса видел. Take the appearance фантом. Use. О, это такое себе, да. Тупо новогодняя елка. Может быть, еще для превьюшки встанем вот так. Выбирай, какого хочешь, называется, по цвету. Так, сюда мы еще сходим. Я там ништяк видел. Давайте в этой тогда серии мы полностью обследуем храм огня. Так, здесь большой, как это, самоцвет жизни, точно. Блин, как тяжело слова подбирать, когда ты полусонный. Firekeeper Rob. Ну и Роба, хранительница огня. Походу увеличивает количество собираемых душ, это неплохо. Ну вот. Ну вот, неужели это была случайность? Нормально. Мастерство не пропить, знаете ли. Пойдемте теперь к пиклпи забежим, к вороне. И потом к ящерицам. Блин, а как этот эликсир выключить? Можно его? Блин, я не знаю, как это выключить теперь. Думал, что знаю, но не знаю. Так, кольцо Эстуса. Это офигительно. Для начала игры это великолепный бонус. Так, ну и кольцо еще должно быть с серебряным змеем. Два сундука? Вот это немножко не помню. Так, великолепно. Так, это, по-моему, Allos Pretend... Чего? Ее спринт позволяет тебе бежать бесконечно и без... А это вообще законно? Сорян, но это очень жирный бонус. Odds and ends. Без понятия, что это значит. Take the upper appearance of... А, здесь можно... О, вон оно что. Забавно, вон, понятно. New Horizons. Dissociate. Не понял, давайте выпьем, посмотрим. Капра демона можно... Вы серьезно сейчас? Чего? Это типа можно... Я правильно понимаю, что это можно скин на броню поставить? Охренеть. Мать моя. Я хочу. Так, первым делом. Первым делом убираем все. Это бесконечная хрень. Пожалуйста, будь... Слушай, у меня походу хп это высасывало. Теперь я хочу глянуть... Я что-то купил. Во. Нихера себе! Увеличенный фов! Блин! О, это я не знаю. Вы не думаете, что я дурачок? Я просто восхищаюсь, как дурачок. Ух ты! Look at this dude! Забавно-то как. Просто нет слов. Тупо, короче, дурачок зашел в Dark Souls. Ну все, это я. Здорово, Влад зовут. Найс. Я не знаю, почему это очень нравится. Я еще бегаю, как просто хороняка. Это незаконно. Йоу, ящерица, я пришел вас натянуть. Лог цели нельзя поменять. Это видно фэк, фэк, ящерица, ящерица фэк. Сюда, иди, собака. Я Наруто Узумака. Да ударь ты ее, мать твою. Да ударь ее. Ну ты совсем, что ли, глупый, родной? Так, мерцающий титанит. Я все еще по привычке жму нолик. Хоть это и не нужно. А, но у меня стамина не регенится, если я не останавливаюсь, окей. Необычное кольцо, позволяющее бесконечно спрыгнуть. А это, если я не ошибаюсь, неужели торговец? Да? А, здесь мужик сидит. Так, Restore Health Active Companions, Boost Stamina, Active Companions. Это, короче, чисто для самонеров? Ритуал пакт, окей, так. Да что ж ты, дурачок, делаешь? Совсем, что ли, глупый? Что ты делаешь, родной? Блин, я просто... Да прекрати ты, я хочу просто скипнуть всю эту говнищность.
Наконец-то. Давай посмотрим сюда. Так. Summon Company will restore of their HP. Прикольно. Давайте на этом мы пока что остановим. Весело, здорово, задорно. Но слишком много всего сначала. Слушайте, а как ФОВ вернуть? Ладно. Я надеюсь, кто-нибудь мне потом расскажет, как вернуть ФОВ. Потому что у меня с этим небольшая проблема. Я теперь просто могу? Да, просто бежишь, жмешь кнопку, все происходит. Мне надо... Нет. Reinforce Estus Flask, да. Ну и все, пока что на этом закончим. Пишите советы, будем все смотреть, все искать, что как куда. Всем большое спасибо за просмотр, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.